Привіт всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Олена Бендерська продовжує знайомити вас із таким видом спорту, як сайклінг. Сьогодні ми з вами зробимо таку тренування на сайклах. Как уже говорилось ранее, сайклы у нас это работа на все группы мышц, то есть у нас включено все тело. Но сегодня мы сделаем акцент больше на верхнюю часть, то есть мы сегодня еще используем гантельки. Итак, прежде чем мы начнем тренировку на самом сайклинге, нам нужно размяться. Мы можем разминаться как на самом тренажере, так и можем разминаться перед ним. Для этого первое, это мы делаем круговые вращения плечами, делаем плечами назад, максимальные делаем круги, потому что мы сегодня будем делать с гантельками на статике, что нам, в принципе, очень нужно теперь поразминать все связки, все сухожилия, все, чтобы у нас было очень хорошо заниматься и чтобы мы не получили никакую травму. Делаем теперь вперед, максимально делаем круги. После чего мы делаем круговые вращения полностью, вся амплитуда. И вперед. Теперь делаем в замок перед собой, максимально вытягиваем вперед лопатки и замок назад. Стараемся заводить за голову, как можно больше растягивать. И замок сзади себя. Теперь одна рука ровная у нас идет перед собой, второй мы прижимаем к себе, максимально растягиваем. И меняем руку. Хорошо. После чего мы начинаем делать круговые вращения тазом. И в другую сторону. Ножки вместе. Чуть-чуть присели и круговые вращения коленями. Хоть у нас во время тренировки мы не выравниваем ногу до конца, для того, чтобы не получить никакую травму, все равно нам нужно коленные суставы очень хорошо разогреть. И в другую сторону. Хорошо. Делаем выпад мы на одну ногу. Немножко пружиним. И перекатываемся на вторую ногу. И так как это у нас идет разминка, нам нужно ее немножко активнее делать. Поэтому мы перекатываемся с ноги на ногу. Хорошо, после чего мы тянемся вниз, растягиваем заднюю поверхность бедра. И плавно сужаем ноги. Тянемся к носку. Колени при этом у нас всегда ровные. Если нам тяжело дотянуться до носка, мы тянемся тогда до колен. Хорошо. После чего мы делаем круговое вращение стопой. И в другую сторону. И теперь второй ногой. И в другую сторону. Вот и подошла к концу наша разминка, после чего мы можем теперь продолжить на сайкл. Наши велосипеды уже установлены под нас. Теперь ближайшая педаль у нас идет в пол. Далее нога у нас вставляется в педаль. Затягиваем. После чего перекидываем вторую ногу. Вставляем. Так, снова в педаль и затягиваем. Начинаем плавно ехать. Опять напоминаю, у нас пятка должна быть выше носка. Мы делаем вдох, выдох, еще раз вдох, выдох.
всю тренировку нам нужно дышать правильно. А это значит, что нам нужно дышать полной грудью. Не должно быть перерывов чисто таких дыханий, такого плана, как и все. Должно быть достаточно глубокие вдохи и выдохи. Так что мы начинаем увеличивать сопротивление, добавляя один оборот. С каждым оборотом становится все сложнее. У нас добавляется нагрузка. Добавляем еще один оборот. Для тех, кто говорит, что сайкл – это только можно похудеть. Нет, можно также и накачать мышцы. Чем больше у нас добавляется нагрузка, поверьте, это очень сложно, тем мы можем и прокачать мышцы. Смотря это уже, какая все-таки стоит задача перед вами. Также напоминаю, положение спины у нас ровное. Дышим правильно. И мы начинаем увеличивать скорость. Все-таки у нас высокоинтенсивная тренировка, а это означает, что у нас скорости будут меняться. Это будет как достаточно медленная скорость, так и очень быстрая. Поэтому мы переходим на максимальные свои усилия, насколько можем быстрее. И еще быстрее. Работаем на максимуме. Стараемся не прыгать на сиденье. То есть у нас не должно быть прыжков, дабы не получить никакие травмы. Мы сидим спокойно и просто крутим ножками. Теперь мы сбавляем скорость. Опять-таки делаем вдох, выдох. Заметьте, всю тренировку, когда мы занимаемся, мы никогда не останавливаемся, у нас педали всегда крутятся, даже во время отдыха. Так как сегодня у нас больше акцент на верхнюю часть, мы берем гантели. Сегодня мы работаем в статике, а это значит, что гантели не должны быть очень сложные. Они должны быть достаточно легкие. Но поверьте, это будет не так легко. Ручки в стороны. Даже если вы очень длительное время занимаетесь в зале, любая статика, даже с малым, с самым малым весом, для вас уже будет сложна. Ручки вперед. Ручки в стороны. И ручки вверх. Опять в стороны. И вперед. Хочу еще отметить, что все-таки сайкл – это групповой формат тренировок. Поэтому очень весело проводить это все группой. Потому что эти тренировки проводятся под музыку. Вы так же можете и ритмично проводить тренировки. Поэтому мы добавляем немножко ритмики. Мы становимся немножко быстрее. Соответственно, когда у нас быстрее руки, у нас и быстрее ноги работают. Теперь просто держим стороны. Этот момент, когда уже хочется опустить гантельки. Но мы терпим. Самое главное, это мы держим все-таки углы. Хорошо, опустили вниз, немножко расслабились. Тот момент, когда у нас горит все тело. И ноги, так как они работают, и руки. Подняли перед собой. Казалось бы, маленькие гантели, но поверьте, сколько от них все-таки усилий. В стороны. Вперед. В стороны. Вверх. В стороны. Вверх. Стороны. И чуть быстрее. Хорошо, можем немножко передохнуть. Поэтому мы добавляем еще сопротивление в ножках. Плюс один.
Делаем вдох. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Струсили, расслабили ручки. Опять берем гантели. И теперь смотрите, если до этого мы держали четкие углы по 90 градусов, то теперь мы делаем углы поменьше. Первый угол, казалось бы, очень легко. Второй угол. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Еще потерпеть. Вверх. Вниз. И кладем гантели. На этом наша тренировка окончена. Всім хорошого дня і будьте здорові! Тож тренуйтеся разом з нами та залишайтеся завжди в гарній формі!